юбилейный сезон обещает быть насыщенным и интересным. В планах театра представить зрителям множество новых и захватывающих постановок. Североказахстанский зритель принял премьеру на ура. В планах театралов представить «Благодарный журавль» на международном фестивале. Также у нас в репертуаре на следующий год ожидаются казахские народные сказки. Мы хотим поставить спектакль «Алдар Косе». Также у нас в репертуаре стоит спектакль, новая постановка «Машенька и медведь». Мы своих зрителей будем радовать. Маленьких зрителей ждет новогодний спектакль режиссера Алексея и Ольга Васильева, а также новая постановка «Аладдин». Кукла – одна из самых первых спутников человека. Ее можно обнаружить как у древних, так и у цивилизованных народов. Куклы бывают в театре самые разнообразные, но распространенные куклы в театре – марионетки. Это такие штоковые, на штоковых прутьях куклы. Они у нас используются в театре «Отшельника Роза». Самые распространенные, конечно, куклы-перчатки или мамуленги. Вот хочу продемонстрировать принцип куклы-мамуленги. Это такая перчатка и голова куклы надевается на руку. Принцип ширмовой, то есть актер находится за ширмой. Еще есть паркетные, они же планшетные куклы и тростевые. Благодарная реакция зрителей и аплодисменты для актеров – лучшая награда. В этот момент они понимают, что готовы выйти на сцену снова и снова. Наталья Итова, Анатолий Беланок, служба новостей.